Всем добрый день. Я хочу сделать свое видеообращение, обратиться к людям неравнодушным, великодушным и милосердным. Не пройдите, пожалуйста, мимо моей ситуации, моей тяжелейшей судьбы. Я ищу родственников. Бочарова Светлана Петровна, мать, 1964 года рождения. Отец Чеботарев Василий Алексеевич. Родилась я в Ростове-на-Дону. Они меня родили и оставили в роддоме. В один прекрасный день они приехали в Чалтарь, в детский дом, выкрали меня. Они купили в Одессу билеты и должны были мы улететь или уехать в Одессу. Но за сутки меня милиция нашла и вернула в детский дом. Они, по всей видимости, возможно, уехали в Одессу. На руках у матери был младенец месяцев 8-9, это мой братик. С тех пор я ничего не знаю, не видела, это единственная информация, которой я обладаю. У меня две мечты найти родственников и... чтобы у меня был дом. Живу я в доме инвалидов, 24-й год. Привезли меня сюда обманом. Сказали, что везут в общежитие. Когда я зашла сюда и увидела, куда меня привезли, мне было 21 или 22 года, совсем молоденькая. Я получила потрясение, шок, страх. Уйти мне некуда. Купить домик, у меня нет финансовой возможности. Если у кого-то есть возможность такая финансовая, помогите, я вам буду очень-очень благодарна. Подарите мне второй день рождения. Потому что ни одного праздника в моей жизни не было, светлого дня не было. Вся жизнь в испытаниях, тяжелейших испытаниях. Помогите, кто чем сможет. Я хочу найти родственников и хочу, чтобы у меня был свой уголок. И уйти домой. Я хочу домой. Я не у себя дома. Я хочу к себе домой, но уйти некуда. Я буду всем вам благодарна. Это я, мне здесь 6 лет. Это я на руках воспитательницы. Когда пришли в один определенный день, пришли родители, отец и мать, и меня выкрали. Сутки спустя она, эта воспитательница, у которой на руках, вместе с милицией нашли и привезли обратно в детский дом. Папа с мамой и я, и еще был маленький младенец на руках, братик. Эта воспитательница сказала, у тебя братик. И мы должны были уехать или улететь в Одессу. Уже были билеты куплены, чемоданы, все собрано. И сутки спустя меня просто нашли, привезли в детский дом. А родители, по всей видимости, уехали без меня. И неделю где-то спустя эта воспитательница сделала фотографию вот эту вот.